Салам, хорматлы ватандашлар! Здравствуйте, дорогие туркменистанцы! Мен бүгін сізге шығыш етіп, өңден бәрі айтылып берген бір хақиқат айтмақшы. Харамда Берді Мұхаммедов оның өз оғлы Сердар Сычақ білен білелікті тоқым тиізі білен қорқия бізден. Алты күн ұрыш кешен соң, олар ұғлан еттілер хамала, Түркменстанның райетлеріні көмек етшекміз. Әмін хақиқат ол еңі ғиват, бош құрың еділен задым еқ. Әні юрдың аңырды Украинаң ішінні ғанын оғлонлары ғиылары райетлемеді үлдені байдиян. 50 доллар дейлен нұрқ еқтір. Поез болсын, автобус болсын, мұғытына әкі ділянір. Сіз шоны білмелісіңіз. Әні бі меселеден енді сайлу меселесіне кешелің. Сайлау мәселесіне бір тәзелік бар. Озала бір өлінің әуелінің көзіңі қарға шоқының дейлен яғдай ертке. Пікір едің, Конституцияның, Түркменстанның қада қануынларының әммесіні бұзып, үш айын еріне бір айды сайлау өчірге. Оңдашынныным, ені де, әне біздің әзіріне көркі дейін немеміз бар, бір язылан қат бар, дашары юртты 34 мүн оқушымыз бар, шылыру айын 2 мартың 2-зінен, 12-зіне ченні, өңінен сиесіні вермәгі рух сот берілі. Деймек, Брайан дәл да оны сайлауы берілін вақыт. Себәбі 28 күн әбі, феврал. Деймек, оны не үшін беріліптір? 16 күн беріліптір да, Джеми. 28 күнінде қасабына 16 күн беріліптір бі. Tayarlığa hem ses almak için. Şun için bize ses verenlerin hemmesi siz günü telefon arkalığına hemen ses verenleyip numarınızı kurarsanız yeterliktir. Ola bir mesele. Şimdi haramda Berdi Muhammedov sana yüzlenen. Sen hem işi de menden çekiniyordun. Hatta biz var ya halkara konferansiyon tayarlığımızı şunu Recep Saparov ütküdüp yine Сен еліңі кетірлініне мен оғат ел басшы болып. Сен шоны дүдігілі күрлі әвен мілің аға. Сен хейт шубатан мара сенні өзіңді. Ні қайрат бар сенні. Не де сені бара еркеклік бар. Сен намар әден ешің бұқылып әдіян. Халқы бұқылып алап, оны мұны әдер нейп не санын күнің. Іннен сен сайлау кетіржек ме? Кім сені сайласын? Сен то ит иенні сычыр. Сен оғлыңа кім сес версін, сен шоң үшін ағырлау алжақ болыған оны. Себәбі, ярым миллион милет өлін, олың доғын қарнашылары саңа сес берер ме, өз ұқтиярлығына. Сен олары зор білен, қорқызып, шолары сес бердіржек болыған. Дашыннақы ұқап берен ұқушылары да мұғылымларының үстінден басы жеттіріп, шейтіріп енді олың сесін алжақ болыған. Әмі бөділіян ешің ойның Қоғылық күлен құтырмаз. Мен юрды чынна ки күйшілонжы әдарыларың ел башыларына жүзленген. Мен қаварым мар, сіздің хем мәңізі нәме мұхымы болсын, МВД болсын, прокуратура болсын, қазиет болсын, хақиқатта сіздер ел башы. Сіздің қаптаныңызды шамы шымыр білен оның еғітлері дұғыр. Ол ресми хейч кім. Әмі сіздің хем мәңізі басыш әділіянның біз қаварымыз бар. Сіз әверді шың едіп бүрін ешлеріне қаршы чықмасаңыз, милеті қолымасаңыз, хейт шачанын бұқы тормыз. Әнтәк бұғын сізе еткенің әлір, еңі ертір барыр, ақмал олман. Шың үшін хем мәңіз жемлешмелі, бі әділіян еден әттіріге қаршы чықмалі. Қаршы чықышын бірін Шол юрдың ішінне ки еліне күйші болын, хақ хукуғы болын адамлар шоның еденеттілігіне дұр деймелі. Хемме зат қанун есасына болмалыр. Шоң үшін мен хемме халқа жүзініп айдиян. Егерді шул адам, шудыр шуны шуа сайлау кечілсе, біз сайлау үлін меселі құтормаз. Біз идеяннан Халқара дәрежеде мәселені қалдырарсам, тәді денем шыңмара диктатура системасына қаршы бүтін дүниян діңі түркменлер дәл,
bütün dünyanın milletlerini kaldırıp şun edeniyetliliğine ahireyi sonuna çıkarmanın yolunu tapar ne deyip olsa. Halkın hakkı var. Gayrı usuzluk bile yeter maksadımıza. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы, салам, хурматлы ватандашлар. Я сегодня хочу вам сообщить несколько новостей. Одна из них о том, что через 6 дней наше государство как-то отреагировало на наше давление, и международное в том числе, и заявило, что наши посольства будут помогать нашим гражданам покинуть зону военных действий. Что происходит на самом деле? Все это опять блеф. Никто никому не помогает. Люди не знают, они просто мошенничают. Они говорят, но не делают. Они не могут показать ни одного гражданина Туркменистана, которого они провели по коридору. Нет таких людей. Наши люди погибают в дороге. Мало того, я очень сожалею, что при отправке людей через поезда и автобусы даже наши граждане, даже наши друзья, украинцы, отбирают людей по цвету кожи. То есть, если там оказались, например, люди, представители черной расы, или даже наши, скажем, центральноазиатские, они всегда отодвигаются. Если мы сегодня друг друга будем вот так вот отталкивать, как же мы будем поддерживать друг друга? Теперь второй вопрос. Вы все знаете, что он в нарушении норм и требований наших законов, законов Туркменистана, конституционных норм, вместо 3 месяцев предвыборной, избирательной кампании он объявил 1 месяц. Этот месяц февраль. 28 дней. Он 12 числа объявил. Но этот месяц 28 дней. Так? А теперь сегодня появилась вот эта вот самая писулька. Посмотрите, она обращена к студентам. О том, что они имеют право отдавать свои голоса заранее. Со 2 по 12 марта. В любом случае, это общий срок 28 дней. Рамдак Бердымухамедов. И ты, его сын, Сердар Сычак, я вам обоим заявляю, вы боитесь народа, и вы боитесь меня, и вы знаете, что народ за меня. Вы знаете, что большинство населения готово проголосовать за меня. Поэтому вы выдумываете всякие махинации. Вы идете на прямые и откровенные нарушения норм Конституции и всех законов Туркменистана. Поэтому я вам заявляю, что бы вы ни делали, как бы вы себя ни вели, не рассчитывайте, что все закончится выборами президента. Это только начало борьбы. Это теперь только начало борьбы. Я обращаюсь к силовикам. Я знаю, что и в Министерстве национальной безопасности, и в прокуратуре, и в Министерстве внутренних дел везде всем курируют Шамышемыр, его люди, его ставленники, они вроде бы никто. Они просто ходят и смотрят. Но фактически вы уже отстранены от своих полномочий. Но не думайте, что этим кончится. Будет намного хуже. Если вы сейчас не мобилизуетесь, если вы не примете решение относительно вашей судьбы, не нашей, не этих, кто за рубежом, вашей, вы в первую очередь пострадаете. Вас будут сажать. Вас будут убивать голодом. Вас обреют и заставят выступить публично по телевизору и обвинить самих себя. Это вы первые, кто попадетесь в этот капкан. Поэтому думайте. Думайте, как вам вести себя в этих сложных условиях, когда идет потоком нарушения норм Конституции Туркменистана. Вы находитесь на защите норм Конституции. Вы в первую очередь отвечаете за это. Поэтому будьте вместе с народом. Иначе это никогда не кончится. Как будет голосовать за него народ? А? Сердар Сычак, Харамдак Бердымухамедов. 500 000 людей ты убил. Неужели ты думаешь, их родственники будут голосовать за тебя? Вы будете подтасовывать, вы будете забрасывать туда вот эти вот бюллетени. И все. Мы знаем, как это делается.
Вы знаете, что народ и раньше, и сегодня, он стоит за мной. Он верит в меня. Я никогда не обманывал народ. А вы занимаетесь махинациями и манипуляциями. Поэтому народ должен обязательно собраться, объединиться, и мы должны решить свою проблему сами. Если сейчас эти выборы просто заканчиваются, то не заканчивается, а начинается настоящая борьба с диктатурой. И это будет уже не только на уровне государства, это будет на международном уровне. И вы будьте уверены, что мы сможем добиться своего. Народ имеет право. Халкын хакы бар. Мы всего добьемся упорством и бескомпромиссностью. Адан йоду, адан йоду, атланан эйвар.